Несколько взрослых елей вырубили в самом центре Красноярска, рядом со зданием управления Росгвардии. Об этом сообщили горожане в своих соцсетях. Многие высказали недовольство тем, что с улиц исчезают деревья. Вот такие ели спилили, а на их месте уже высадили новые. Оказалось, что все дело в ремонте фасада здания. Его меняют на более современные, а деревья убрали из-за того, что они уже были старыми. И вот как инцидент прокомментировали в ведомстве. Ремонт фасада административного здания управления Росгвардии по Красноярскому краю проводится в соответствии с рекомендациями администрации города и строительными нормами и правилами. Здание 1984 года постройки не является памятником архитектурного наследия. Замена насаждений проводилась из-за их аварийного состояния муниципальным предприятием города Красноярска, управление зеленого строительства. Взамен старых деревьев высажены новые.